Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Обращаем ваше внимание. В зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе на мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за понимание. Московская филармония представляет концерт Национального филармонического оркестра России. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков. В программе первое отделение. Фредерик Шопен. Первый концерт для фортепиано с оркестром ми минор. Сочинение 11 в трех частях. Вторая и третья части исполняются без перерыва. Солист Александр Романовский. Дирижер Игнат Солженицын.
Thank you.
Thank you.
Уважаемые слушатели, убедительно просим вас проверить подключение мобильных телефонов. Также напоминаем вам, что в зале запрещено использование фото, аудио и видеоаппаратуры во время концерта. Благодарим вас за внимание.
Уважаемые слушатели, вновь просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Начинаем второе отделение концерта. Франц Шуберт. Большая симфония до мажор. Deutsch 944 в четырех частях. Исполняет Национальный филармонический оркестр России. Дирижер Игнат Солженицын. Thank you.
Thank you.
Thank you.